Не стоит примерять на себя роль Бога и говорить, что он там ушел не вовремя, или такого быть не должно, или по справедливости вот эта ситуация там случилась, потому что я же говорил, я предупреждал. Ну, короче, вот оно происходит, ты просто прими это. Помню, как меня отец учил плавать, у меня батя круто плавает. И он говорил, когда тебя, если тебя стало закручивать воронку, он говорит, ни в коем случае не выплывай, потому что ты потеряешь все силы, но ты не выберешься, потому что, ну, вот эта воронка, она все равно сильнее. Просто расслабься и уйди туда. И вот там, где нет уже вот этой силы закрутки, он говорит, ты просто, ну, как бы вынырнешь рядом, абсолютно как бы нормальным. Вот то же самое в жизни.